Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54. На улице Воровского в Затоле камера зафиксировала разборки между водителями. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Воровского женщина на паркетнике Ford решила разобраться с водителем черного внедорожника. Ну что ты, купил у тебя машину-то? Участники конфликта подрезали друг друга, кричали и сигналили. В итоге, по мнению женщины, произошло столкновение, и она остановилась. После этого автор видео выяснил, что стало причиной конфликта. Женщина, я сейчас водителя этого загоню. У меня запись видеорегистратора. Он меня уже Воровского. Подожди, не кричи. Я видел, как вы едете. Он меня с Воровского. Не всех подрезали, вы меня два раза подрезали. Он меня с Воровского уцелил. Сегодня увидите место... Сегодня увидите место происшествия, первый раз откроете, смотрите. На привокзальной площади еще одна женщина на иномарке Ford сначала не пропустила пешехода, а затем водителя Лады. Ох ты! Что делает? А вон этот дура, ты что, не видела, что она, этот едет? Ему вообще все, по-моему, до фени нафиг. На Октябрьском проспекте лихач на Субару подрезал машину с камеры. Чуть не спровоцировал ДТП водителю «Волги» на улице Ивана Попова. И в заключение рубрики владелец регистратора, наблюдая за поведением пешеходов, понял, что иногда собаки гораздо умнее людей. Михаил Вагин, место происшествия.